Салют, друзья, всех приветствуем. Многие спрашивают, где стримы, куда пропал там Петрович, все дела. Друзья, скоро будут стримы, скоро начну стримить. Вот, раньше в курсе работа была, как бы сезон пошел, там особо не до компьютера было. Да, а сейчас в данный момент нахожусь на больничном. История такая, была неделька отпуска у меня тут. Вот, многие в курсе, баньку доделываю, занимался банькой. Вот, отпиливал доску болгаркой. Болгарку круг по дереву был установлен, никогда не делайте так. В общем, и не повезло, рубанул по пальцу. Рубанул очень здорово. В данный момент тут так вот. Третьему повезло. Два пальца пострадало очень сильно, да. Спасибо огромное врачам. Просто собрали, как бы попытались сохранить пальцы. Вот. Сделали операцию. В общем, ну, сделали операцию, собрали все в кучку. Туда-сюда, как бы, вроде бы пальцы будут сохранены. Понятно, что свой функционал они уже выполнять не будут, как раньше, но хотя бы свое. Вот. Огромное спасибо врачам. Такие дела. В РРку уже начал потихоньку играть. Одна-то рука есть. Класс. Туда-сюда. Но все равно долго посидишь, как бы, за компьютером. Начинает болеть рука. Было это что, сколько уже? Полторы недели прошло с момента операции. Ну и травма тогда же была получена. Так что так, ребят. Сейчас чуть-чуть отойдет рука и начну стримить, потому что больничный, наверное, у меня будет не короткий. Врачи сказали, что восстановление долгое. Это пока все срастется, пока туда-сюда, и спицы вытягивать эти потом. Вот. Так что, надеюсь, Петровича там еще не забыли, да? Полоем трофеев. Полоем трофеев в РРочке. Потому что в стрелялки мне не поиграть, ни во что больше не поиграть, правильно? Чем рулить-то, ёгва? Вот такие вот делишки. Всем спасибо, кто интересуется, спрашивает, кто не забывает. Ребят, никуда я не пропал. Не дождетесь, да, как говорится. Вот, один совет дам, ребят. Кто занимается тоже там, может, ремонтиком каким-то там, ну, поняли, да, вот этими делами. Никогда не ставьте диск такой на болгарку, по дереву. No! Потому что в том году я работал тоже как бы нормально. Меня пронесло, видимо, просто. А в этом году мне не повезло. Получилось вот так. Такие вот делишки. Буду копить на паркетку, ё-моё. Правильно. Чё, подумаешь, работать не будут, но... Одна есть целая, да и тут пару еще пальцев. Так что нормально, прорвемся. Давайте, друзья, всем огромное спасибо. Кто не забывает, пишет, интересуется. Ну, надеюсь, скоро уже увидимся на стримах. Все, всем удачки, трофею Петровичу оставьте, а то как-то, ну, клейку ловить такую, что ли, а? Все, давайте, всем пока.